Здравствуйте, приветствую вас у себя на канале. Сегодня будем создавать модель вот такого сердечка. Хочу рассмотреть самый быстрый способ его создания. Но главной особенностью все-таки я планирую добиться вот такой вот хорошей зеброчки. Итак, приступим. Создам эскиз, например, на виде спереди. И с помощью сплайна просто три точки кликну вот так в пространстве. Это место выберу. И ползуночек вот так спозиционирую. Мне осталось все это сориентировать. И получилась вот такая замечательная половинка сердца. Mirror. Так, не хватает вспомогать на еще одну линию. Но в целом с помощью вот такого зеркального отображения. Далее. Extrude. К этому месту применю филет и добавлю где-то вот такое скругление. Филет и добавлю скругление в это место. Хорошо. Далее с помощью клавиши F я добавлю скругление еще сюда. Где-то в таком объеме, например. Эскиз. Выберу эту поверхность и просто начерчу линию, ну, где-то, например, вот в этом месте. Далее перейду в Solid и выберу инструмент Split Body. Оказывается, можно рассекать тело, имея не поверхность, а просто линию. Окей. Открываю браузер и наблюдаю, что да, действительно, здесь у меня два тела. Перейду в Surface, выберу эту поверхность, Delete и уберу ее. Перейду в патч, выберу данный корпус, такой вот как бы непримечательно, но здесь ставим галочку Group Edge и ставим G1 или G2. И можем вот так за ползуночек все это подвигать. Нажму ОК. Выберу Zebra Analysis. Окей. Ну, вот так, знаете, вот до сюда все так достаточно плавненько и красиво оно идет. Отключу анализ. Так, пока я нахожусь в патче, уберу вот эти поверхности. Выберу инструмент патч. Все это закрою. Далее. Выберу два этих элемента, зеркально отобразить в это направление. Окей. Так, отключу видимость и удалю вот этот элемент в центре. Верну их видимость с помощью инструмента Stitch. Все это сошью. Перейду в Inspect, Zebra Analysis. По-моему, очень красиво получилось. Нажму ОК. Итак, мы имеем твердое тело и очень хорошую поверхность. Включу еще раз Zebra Analysis. Замечательно. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.